Олег Бетин, новый куратор ивановских объектов СУ-155 от банка «Российский капитал», впервые в новой должности посетил наш город. В ходе визита он побывал на строящихся объектах. На сегодняшний день из 12 домов 2 введены в эксплуатацию. В 3 работает комиссия по приемке выполненных работ. Недостроенными в разной степени остаются 7 объектов, но прогнозы более чем оптимистичные. Если вот нужно все дома достроить, это чуть больше 2 миллиардов рублей. Это вот город Иваново, 2 миллиарда рублей. На сегодня уже профинансировали около 1 миллиарда, 991 миллион рублей. То есть половина всей программы профинансирована. Теперь нужно эти деньги доосваивать, организовать работу. Ну и, конечно, проблема развития мощностей домостроительного комбината. Многие люди говорят, что подъемов много, мало, но ведь это не только город Иваново. У нас ведь еще 3 региона задействованы на этот завод. Поэтому желательно, чтобы там была более четкая работа организована, с большим объемом. Тогда дольщики, которые переживают за исход, за решение своей проблемы, должны быть удовлетворены тем, что работа здесь будет организована. Финансирование завода осуществляется сегодня. Переходящий запас у них есть на январь, может даже на февраль месяц. Поэтому ничто не мешает им работать.